Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко, и мы продолжаем говорить о смартфоне Xiaomi Redmi Note 10 Pro. А сегодня мы поговорим именно о камере, а точнее о ее проблемах. В процессе использования выявились некоторые дефекты. Недавно я уже записывал видеоролик о том, запотевает камера на холоде или нет. В моей модели этого нет, но в моей модели есть немного другие негативные моменты, которые я вам сейчас покажу. Суть состоит в том, что когда мы запускаем камеру, и это будут плохие условия освещения, или даже, можно сказать, очень темные, тогда камера дает фиолетовый оттенок в нижней части кадра. Ну, если смотреть в таком вот вертикальном положении, то вот эта вот часть кадра получается фиолетовым. Ну, если смотреть в таком вот положении, то вот эта вот часть становится фиолетовым. Без разницы, будет это фото, будет это видео, будет это обычная съемка или ночная, такой вот дефект присутствует. Я сейчас добавлю примеры фотографий, видеозаписи в данный ролик. Вы можете посмотреть. И если это горизонтальное положение, то это правая часть, чаще всего верхний угол. Если это вертикальное положение, то это нижняя часть и точно так же чаще всего правый угол. Вот такие вот нюансы. Мне интересно, те, у кого есть данный смартфон, напишите, пожалуйста, есть ли у вас такие проблемы. Постарайтесь снять в полной темноте, чтобы понять, есть эти проблемы или нет. Ну или же при слабом освещении. И это становится видно. Это становится видно еще до съемки, и это становится видно уже на самой фотографии. Делал я это и на улице, и в помещении, вне зависимости от температуры, такой вот вариант присутствует. Изначально я подумал, что возможно возле модулей камеры присутствует инфракрасная подсветка, но как бы я нигде не нашел этому подтверждения. Если вы в действительности это знаете, слышали, напишите в комментарии. Но, насколько я понимаю, здесь никакой инфракрасной подсветки нет. В чем тогда проблема может быть? Мне интересно, опыт использования ваш и ваши проблемы, есть ли такой или нет, пишите в комментарии. Может быть, это или массовый брак, может быть, это только единичные случаи, или же это просто-напросто сбои программного обеспечения, которые решат в ближайшем обновлении.